друзья, вы на канале Катрендекс, с вами я, Катя, и сегодня у нас уже будет третья часть игры Sniper Ghost Warrior. По вашим лайкам я поняла, что эта игрушка вам нравится, поэтому мы, собственно, продолжим в нее играть. Нажимаем Submit на игра и продолжить. У нас идет загрузка Акт 1, звідки, місце знаходження Філіппін, місце час 24 години. Будем ночью, судя по всему, все это дело делать 6 дней в тому. Ну, в принципі, давайте посмотрим. Не хочеш докладніше зупинитися на записі з радара, яким ви нещодавно, слід який ми взяли в Сибірі місяць тому. Натисніть Enter, щоб розпочати. Так, вот. Ребятки, біжим. Сразу вижу мужичка. Нам как его нажать? Ножичком? Какая у нас цифра ножичек? Какая цифра ножичек? Я не помню. И как нам его? Е-ножик. Я боюсь, очень рискованно, наверное, его с пистолета снимать. Опа-на! Е! Раз, два. Аккуратненько, вот так вот. Так, теперь его надо... Чего я пройти не могу, прохожу вроде. Тут надо, я думаю, там их много. Ребята, думаю, не стоит к ним туда идти, потому что их там много, будет тяжело их убить. Давайте вот так вот пройдем. Чтобы нас никто не видел. Осторожно. Аптечка, аптечка. Максимум аптечка. Ой, ты, блин. Нас, походу, слышали. Так. Уже вижу двух чуваков. И... Видите, где-то сидят там два чувака. Нам, видимо, понадобится снайперка. Паники не вызвать ни у кого. Дайте в голову. Видите? Все. Я надеюсь, что там было двое, и мы сможем сейчас пробежать тихонечко. Если что, у нас, в принципе, есть ножик на забавку. И я не представляю, чтобы все могли вот так пострелять. Потому что, не дай бог, там еще кто-то... Что это? Так тепловизор можно снять. Смотрите, тут типа с тепловизора хорошо видно, но это так, знаете, нужно было. Бежим дальше. Вот тут я уже уверена, кто-то будет по любасу. По любасу кто-то будет тут. Так, вон, я уже вижу на карте. Или нет? Рискнем так. Фаталити, фаталити. Есть, двух, как я и хотела. Он там какой-то бежит. Он такой, чего? Все. Двоих слили. Побежали, 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 побежали. Пробуем сегодня как можно больше пройти. Дистантися до південної частини бази. Відпочинку через печери виконано. И, в общем, друзья, вот, смотрите-ка. Бежим, 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 бежим. Плавно поднимается, радует. Ну, почти снайпер. Просто разговаривает тут. На него сразу курок наведем, вдруг придется его сливать. Все, вот так вот. Аккуратненько положили, пусть лежит себе. Приблизить вот так вот. У него тоже тепловизор. Ну, да не негодяи все с тепловизорами. На самом деле, тепловизор он очень помогает, поэтому то, что у них есть тепловизор, для нас это чрезвычайно плохо. Вот если кто-то будет в доме, это будет вообще хана. Кровь, ой. Кровавые зрелища, друзья. Убивали тут кого-то. Максимум аптечек. Опа-на! Там машина и целая база какая-то. Не знаю, удастся к нему тихо подобраться. Не удастся. Нужно пробовать. Курок наведем. Yes. Как видите, аккуратненько все возможно. А, это максимум на приближение снайперочки. Стреляем вот так. Все. Будет нелегко. Я думаю, сразу от того можно. В смысле у нас гости? Я надеюсь. Вон там еще люди стоят, вон кто тут. Вот этот. И еще вон там, ну как бы мне тогда него достать? О, машинка стоит. Эй! Наверное, большинство зрителей моего канала мальчики, так как они и смотрят Sniper Ghost Warrior. Ну, наверное. Чтоб спуститься. Ага, тут есть место, чтобы спуститься. Ауч! Не убились, классно. Все. Мы территорию зачистили, все. Еще идем на 300 метров. Поехали. Проколоченному Андерсону. Это як? Живый, здоровый, прямой, прискорным кроком до майданчика. Майданчик. Прибыл 100 метров на ведущий вид тебе. Писанный Лео, зрозумив. Ну, снайпер. Раз, два. Бамц. Бабамц. Все.
оттаскиваем его. Он, видите, в такой маске, в черной. Ну, это тебе, чувак, не повезло. Еще впереди браты. О-о-о. Ничего себе оружие. Это покласснее оружие будет, гляньте-ка. А мы патроны от него потом сможем находить? Я думаю, сможем. Надеюсь. Зачистить территорию. Ух ты же, блин, начнем со снайпера, наверное. Он что-то нам пальцами показал. Своим, не своим. Опа-на. Не, этих мы потом. Вот этого давайте. Тех потом, в самый конец надо будет их пристрелить. Потом у нас... А все, это у нас последние личности тут стоят. Раз. Ах ты ж, плохой. Я же говорила, их надо было в самом конце. Ну, хоть в самом конце сделали-то мы. Ну, вылазь. Чувак, сейчас тебя постреляю. Фаталити, пух. Все, нам сказали красота, все совсем навпаки. Давайте-ка отвлекивались, я совсем буду на месте, повернулись, буду на месте. Все, нам сказали, короче, туда идти, ну, пошлите. Тепловизор возьму? Так, пожалуйста. Листья шевелятся, черт. Один. Трое. Давайте про здесь трогать не будем, они пройдут. Пусть сами пройдут, мы пока тихонечко пойдем. Ребят, продолжаем с того момента. Я все то побыстренько вам прошла. И теперь, ребятки, проходим. Проходим. Давайте их боком обойдем. Это будет лучше, чем сейчас нарываться. Тем более там он, как вы видите, вертолетик. Тоже надо, наверное, по правой стороне идти. Новое задание — відверніть увагу ворогів. Так, ребятки, вот, блин, я не знаю даже, куда мне тут идти. Мне тех надо пристрелить обязательно. Но если пристрелю, меня ж убьют. Все. О, ко мне все прибежали. То есть не ко мне, а к тому чуваку. Надо было, наверное, уходить сначала. Делать вообще? Ладно, давай попробуем. Давай попробуем, друзья. У меня шум. Я шумлю. От меня доносится. Все, меня увидели. Или нет? Все, мы миссию выполнили? Все, ребятки, слава богу. То как мы оттуда сбежали, я не знаю. Но... Видимо, все хорошо. Короче, мы теперь тут наблюдаем за всеми, наблюдаем. Ага, поехали. А у нас старая снайперка, у нас же была новая. Вот гадство. Мы сливаем этого, она же сливает того, да? Так, поехали дальше. Один. Два. А теперь надо фонарики. Это чтобы не было видно врагов. Фонарики. Раз. Фонарики. Два. Этот уже, наверное, понял, в чем тут прикол. А не понял. Или понял. Он вообще не понял, откуда с него стреляют, все уже понял. Снайпер стоит. Думает, мы его не заденем, заденем. Ух ты ж. Фаталити, пух.
У них всех тепловизоры, это достаточно нечестно. Ой, там вертолетик. Черт. Все. Лодочка. Это наша. Это хорошая. Фонарики. Уничтожаем. И второй фонарик мы уничтожаем. Вот таким вот образом. Далее. Там вертолет, что там? Вот наши. Мы за ними должны проследить. Давайте лампочку уничтожим. Вот так вот. Лампу поуничтожаем. Может быть, это и не надо делать, но... В принципе-то что нам? Фаталити? Не очень было фаталити, кстати говоря. Мне не понравилось. Вот за этим нужно, видимо, пока что следить. С этим тепловизором. А, теперь вижу. Все. Раз. Дэвис. Дэвис. Террис. Четырис. Это вроде как всех мы это самое... А вон же еще поцик сидит. Все, его мы тоже сольем. Все, миссия выполнена. Ага, мультик. Это типа мы. Ну ладно, давайте мы его смотреть не будем, друзья. И давайте, друзья, на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все остальное прикольное будет завтра в следующем видеоролике. И сегодня тоже будет видеоролик, поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.